ты, Вася. Так, а я передаю привет, очень большой привет своему брату, который поет в группе «Эрогенные зоны», который самый крутой сегодня здесь, я так думаю. Но все равно все улыбаются, все танцуют, все довольны. Хотя нас обманули чуть-чуть в меню. Но это не беда. Все, большое спасибо. Пиво хотим? Кто хочет пиво, поднимите руки вверх. О-о-о! Вот так надо было давно. Почему скитов так плохо принимали? Я не понимаю, здесь кто спросить, гопники или панки? Панки? Ну ладно. А где гопники? Пизде! Да, там? Тогда руки вверх! И поаплодировали. Поаплодировали. Я надеюсь, вы не бычье. Драк здесь не будет. Танцы будут. И прошу, обращайтесь, пожалуйста. Вот ее зовут Галя. Обращайтесь поаккуратней. И никто с Ивали, прошу обращаться поаккуратней. Они вам наливают пиво, вино. Если бы было бы пиво. Давай! Сейчас наш музыкант настроится. Я надеюсь, вы будете аплодировать, да? Теперь нейрогенный сбой. Не критерий, а эрогенной зоны называемся мы теперь. Вот. Надо причесаться, да, как Сергей Турутин сказал. Не причесались. Можно начинать? Проливы, сколько от них вреда, губит людей не пиво, губит людей вода, о, губит людей не пиво, губит людей вода. Скажем, в работе нашей, друг незабвенный мой, пиво всего однажды взял и развел водой. Скажешь ты день сюда, губит людей и пиво, губит людей вода, о, губит людей и пиво, губит людей вода. Счастливо, грязнейше скажешь да, губит людей не пиво, губит людей вода, о, губит людей не пиво, губит людей вода. Thank you.
Шаманить, я подарю бутылку водки. Я не шучу. Я не шучу, бутылку водки. А, импотенция. Второй микрофон включите. Ну, банки есть? Гопникам фах ее! Чаще руки! Лёха, начинай! Ха! Ха! Ха!
Я нашел немало, но не знаю, но и сон, ты там не выйдешь.
Едашки! Я не забыл, не забыл. Здравствуйте! Этот концерт проходит без маски. Микрофон выключен. За кем наблюдаем, тот убивает. Я домой? Бен, успокойся, Бен! Бен, это люди, отвечающие за порядок, Бен, это люди, отвечающие за порядок, успокойся, Бен! Все будет путем, Бен! Женя, ты где? Слав, еще гитару подними! Женя! Вот так достаточно! Настоящий! Давай, Сэм! Эй! Здесь городской панк или нет? Бен, вы в Арзамасе 16 или нет? Да! Эмилию любите? Нет! Нет, есть хороший! Есть хороший функционер! Хороший милиционер. Посмотрите. Хороший милиционер. Хороший! Никого не забирает. Он один. Давайте вместе себя культурно. Он один. Власть за нас! 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 Тихо. Микрофон отключай. Если б не случилось то, что хотелось, то не сбылось. То, что предвиделось, то не повелось. Да то, что предвиделось, да то не повелось. Покучим да по парам да покучим. Телами за слон, на убой кулаком. Пролила кровь, встречали рубаки. За полками сил, не провозную лань. За полками сил, не провозную лань. Кружком живота мы там трещали столы от деревянных углов. А то, что пилось, то и не спелось. А то, что гуляло, то из носа кровь. А то, что гуляло, то из носа кровь. А что вы знаете, а что вы любите, а что вы делаете? Thank you.
его к нам спиной! Раз, два, три! Панки есть здесь или нету? Это панк-концерт или гопников концерт? Че? Вели холмы, трактору в поле застыла шары. Хуя! Сейчас на бабулька в поле брела, сюда лошадь несла. Сейчас на бабулька в поле брела, сюда лошадь несла. Кошек и посрашатого солнца чуть не охуел. Сейчас на бабулька в поле брела, сюда лошадь брела. Скиты. Давайте. Коля! Ужасный! Давайте маленько дойдем. Отойдем. Вы встали? Нет! Я просто хочу убить.
меня. Неостранная любовь меня пустила в кровь. Жалаю за столе, чокнутый тамада. Но я еще не все, кто пришел сюда. Нужный субботний день. У подъезда собралась масса народу. Все ожидали вынос тела. Потные, скорченные лица стояли мягко. Только тихий шепот просачивался на красную ободранную дверь, где летел некролог с изображением умершего. Потные, скорченные лица стояли мягко. Только тихий шепот просачивался на красную ободранную дверь, где летел некролог с изображением умершего. Жидкое огненное вечное солнце жадно пожирало любопытную толпу, заставляя потеть морщинистые лбы. Только мягкие мячики в очках перекатывались из стороны в сторону, оставаясь наиболее подвижной в мягкой толпе. Вдруг глухим эхом из подъезда послышались шаги. Это явно осторожно выносили тело. Толпу стянул оргазм некрофила. Грянул жаровый духовой оркестр. Крик и плащ схлынули черной истерикой, стягивая глухой воронкой окна домов. Белое солнце ударило по мозгам, сбивая с ног несущего и гроб. Резвая рвота выбила хлеб изо рта. Теряясь в сознание, падая в обморок, гроб соскользнул в потный кровь. Тело небрежно выкатилось. Thank you.
Я знаю, я